Это электрический штопор фирмы Redmond, который нам достался по скидке в сети Лента. Стоимость 890 рублей. Страна изготовления Китай. Упаковка картонная. На ней имеется вся информация про товар на нескольких языках. А также в комплектацию помимо него входит инструкции и нож для снятия пленки и защитной фольги с горлышка бутылок, который вам предстоит открыть. Легок в управлении, но довольно увесистый, поэтому лучше всего очень прочно ставить бутылку на плоскую поверхность, его же самого по лезвию ставить ровно в середину крышки, а далее с помощью нижней кнопки оно лезвие ввинчивается внутрь и само по нажатию с подсветкой вытаскивает пробку. Вторая кнопка уже выдвигает лезвие в обратную сторону, и можно саму пробку снять с лезвия, и будет вполне удобно ее временно засунуть обратно. Также могу отметить прочность его и вполне симпатичный вид. Так что, может быть, кому-то эта штучка пригодится. Описание имеется. Могу советовать приобрести, так как вещь любопытная, интересная, возможно, оригинальная. Собственно, все, что я хотела вам рассказать. В видео и фото материалах вы увидите частично, как он работает. Больше подходит все-таки для мужской руки, чем для женской, но при этом не скользит, что очень хорошо. Материалы его — это пластик, металл, и все как бы составляющие достаточно прочные, ничего не скрипит, не мешает и, надеюсь, будет служить достаточно долгое время. Всем вам спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки и ждите новые обзоры.